Всем привет, с вами Серикс, и это новое видео. Я записывал вам ролик про контракт, бич контракт. Но тут, короче, было такое дело, то, что я только зашел, увидел сразу, мне показали то, что спасибо вам, то, что вы накидали репортов, мы бабанили, и вы молодец. Но теперь смотрите, я нажимаю вот использовать контракт обменом, все. Ну, ничего нету, ноль доступно для обмена. Короче, Valve выпустили на CS-ку обновление, что теперь не могу сделать контракт. Я собирался вот тут, подкупил, да, вот чуть-чуть, чтобы сделать контрактик и заснять все это, чтобы вы увидели. А что в итоге? Вот так вот, что Counter-Strike делает. Билы. Ну, это, я надеюсь, пофиксит все в CS-3. Ну, вот такой вот видосик. С вами был Сарик. Всем пока, именно. До свидания.